Нифига они опять поставили здесь этот вонючий алмаз! Кубик, 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 что такое происходит? Что? Я взрыв слышал. Какой взрыв? Я реально тебе говорю, сам слышал где-то, откуда-то. Ой, блин, страшно-то как. Все, у тебя все нормально, да? Это не ты? Чё ты говоришь? Короче, давай уже ловушки быстрее строить! Правильно, привет, это я, Владос Мармеладус, привет, с вами Купи! И сегодня мы с Купиком делаем топовые ловушки за 10 секунд, за 1 минуту и за 5 минут. Ну что, ребята, поставьте лайк на это видео, мы ждем ваших лайкосов прямо сейчас. Иначе я всех перестреляю, шутка. Еще да, подпишитесь. Я тоже... Так, тихо, чё ты сказал, Купик? Да не, ничего, погнали уже. Ну ладно, не-не-не-не, Кубик, еще нужно подписаться на мой канал и на канал Кубика прямо сейчас. Ребята, не забывайте, что мы видим с Кубиком всех-всех-всех новых подписчиков. Поэтому прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться. Вот вам скриншот, это люди, которые прямо сейчас подписались на канал. Либо только-только подписываются, либо уже подписались. Короче, вы поняли, если хотите попасть в этот список в следующем видео, подписывайтесь. Уже строить! Согласен, погнали. Ну что, ребята, первая ловушка за 10 секунд. Раз, два, три. Время пошло, и как это успеть? Вот, я не представляю, Купик, это вообще капец какой-то. Не представляю, да? Просто капец какой-то. Ладно, раз, ладно, два, у меня будет три, реально топовая все, ловушка. У меня все в смысле готово, Купик, я не успел вообще полностью ловушку зафейлил, но, да, в принципе, я ее раз, все, у меня готово. Я успел, ну, секунд, наверное, за 13. Ладно, давай, Купик, посмотрим. Я тебе понял, как обычно, все зафейлил. Да, Купик, давай вот без этого, слушай. Я первый раз ловушку зафейлил, наверное, за 10 секунд. А это что? Да, офигел, что вообще нифига не первый раз. Короче, смотри, вставай на красный круг, тебя ждет подарок сверху с неба. А, да? Угу. Давай. Оп! Я думал, shift сработает. Повел верждан, да? И она не сработает. Ладно, все, погнали смотреть тогда мою ловушку. Посмотрим, что я там. Да черт возьми, не могу нигде попасть. Купик, давай за строителем вперед. Ну, давай, слушай, я уже Купик, лечу за строителем. Что здесь такое? Выбирай правильный алмаз, чтобы выжить реально. Как обычно, у тебя есть всякая фигня. Ну пусть будет. Так, ну... Думай. Ура! Я угадал! А чё ты на шифте? Давай без шифта, Купик, лучше. Все, я угадал, и дома алмаз. Нет, давай, стоять, Купик! Попался быстро в ловушку. Один алмаз специально для тебя правильный был. Ай, блин, ты офигел, что ли, Владос? Вот это капец. Ну ладно, все, иди, мы делаем следующую ловушку. Ну что, ребята, ловушка за 1 минуту. Раз, два, три, время пошло очень быстренько. Ну что, Купик? Ну, я сразу же строю алмаз. Тебе там будет 100% кранты. Так, я не знаю, насколько далеко это нужно делать. Ладно, давайте второй здесь. В смысле, что ты опять не знаешь, такой Владос? А, я не знаю, Купик, ничего не знаю. Ничего не знаю, все. Да, я тебя понял, как обычно, так, сейчас, короче, тебя так вообще размотаю, ты просто... Ой, кажется, я тебя размотаю, Купик, вообще тебе просто не поздоровится, а этот подальше. Не-не-не, я так кладу, честно говоря, не думаю. Да, я думаю, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Купик, что-то фейлюсь на какой-то фигне, да как так-то? Так, все, быстренько и быстренько. А, блин, зафейлился опять, ё-моё, не так сделал, чуть-чуть. Ну все, теперь-то у меня шанс есть на победу. Слушай, Купик, я практически доделал, а ты? А сколько времени осталось, скажи мне, пожалуйста. А не знаю, я не буду смотреть, Купик, отстань от меня. Все, Купик, доделал. А, нет, не доделал. Доделал, все. Отлично, сколько времени осталось? 13 секунд целых. И ловушка у Владуса Мармеладуса полностью готова. Еще победить. Так, ну что, Купик, 7 секунд, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я иду к тебе, Купик, смотрим, что ты там сделал. Купик, все, к тебе можно заходить там, а? Да, давай заходи уже быстрее, потому что я нифига опять не успел доделать свою вот эту фигню, которую ты наделал в прошлый раз. А, да? А дофига ты ее заделывал и тратил на это время? Ладно, смотри, что это? Тебе нужно встать вот этот алмазный круг. Нет. Почему? А можно я его отстрелю? Не-не-не, так нельзя, Владус, нельзя, видишь, ничего там не происходит. Ладно, ладно, давай, ладно, давай ты первый тогда. Ну, давай. Ну, все, ладно. Стоп. Что такое произошло? Как кажется, ты это сейчас будет великий как бабан! Ты это сделал, Купик? Как ты это сделал? Слушай, ты читер какой-то. Ладно, идем смотреть мою ловушку. Почему ребята, сразу читер? Оцените. Я просто очень прямо умный, сейчас ну, пишите, да. Пишите в комментариях прямо сейчас, как вам ловушка Купика. Слушай, ну, Купик, а ну я... А тебе давалось, как она понравилась? Сколько баллов ты ее оцениваешь? На ноль. Ладно, Купик, давай, так, какой сундук выбираешь? Это, погоди, вот ты смотри, ты как-то слишком большое расстояние сделал, значит, по-любому где-то есть ловушка. Не знаю. Причем ловушка-то взрывная, я так думаю, походу, она прямо на этой дорожке, да? Правильно, ну, тогда выбирай сначала, выбирай алмазный Купик, что это надо? Не, я не верю, я уже такая, блин! Ты дурак, вот реально, ты же догадался. Так я думал, что ты меня затроил. Ну ладно, тогда выбирай алмазный сундук. Так смешно провалиться, конечно, это Купик только ты мог. Ну ладно, пошли делать ловушку за 5 минут. Ну что, ребята, готовьтесь, сейчас будет просто топовая ловушка. Раз, два, три.
3, время пошло, Кубик, сейчас будет просто жесть. Ты же понимаешь, что ты сейчас проиграешь сам, да? Конечно, я этого не понимаю, потому что этого не будет, Кубик, сейчас я выиграю. Кубик, слушай, ух ты, капец, я не учел один очень важный материал, так, быстренько, не совсем круто подготовился. Что ты такое говоришь вообще? Ничто, Кубик, ничего. Погоди, Владус, короче, смотри, ты же не знаешь, что для тебя построят, давай ты сейчас просто возьмешь и попробуешь это угадать. О, давай, давай, Кубик, постараюсь это сделать, по крайней мере, слушай, ну это будет... Дай подумать. Думай, это давай. Будет бассейн. Ты меня уже так достал, честно говоря, со своими бассейнами. Ты понимаешь, что я один раз сделал, больше я его делать никогда не буду. Да ладно? Почему? А если так будешь... Так зачем его делать, потому что ты все время его угадываешь, так, блин. Так. Ну тогда логично, логично. Слушай, так, быстренько. Слушай, ну будет, наверное, армия зомби против армии нубов. Нифига, ты что захотел? Кстати, идея хорошая, может, я, пожалуй, так и сделаю. Но пока что нет. Ну, ладно, тогда будет... Сейчас скажу. Ладно, я пока... Я не могу думать и делать ловушку, поэтому, ребята, это, давайте кстати, вы попробуйте угадать. Плюс, да. Плюсую даже. Да, ребята, вы пробуйте писать ладно. В комментариях, что подготовит мне Кубик. Но, пожалуйста, не подсматривайте, чтобы было интересно. Потом сами проверите, кто же выиграл. Нельзя. Ладно, давайте дам подсказку, тогда, может, с ней попробуешь угадать. У тебя будет такое немного алмазное сооружение. Алмазное сооружение, это будет крепость. Дом. Нет. Крепость. Ты что сказал, что крепость? Я тебе говорю, что нет. Тогда это будет алмазное сооружение. Слушай, ну это много что может быть, понимаешь? Да, конечно, много, согласен. Ну вот, ну так это просто тебе подсказка такая небольшая. Так, ну я сейчас подумаю, но пока что мне пипец не до этого. Я пытаюсь ловушку успеть. Но я думаю, у меня все и так успеется, потому что я половину уже сделал, Кубик, понимаешь? Понимаю. Ну давай, молодец, так, а я пока что... А я, короче, думаю, то, что я даже два сооружения успею построить. О, это круто, Кубик, у меня такая крутая ловушка будет. Сейчас, я хочу сделать еще все ровно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, погоди, четыре, давай, пять, может, шесть, я попробую тебя ловушку угадать. Подожди, Кубик, подожди, стой. А насколько... Ну, ладно, я тебя не отвлекаю. Насколько вероятно, что ты меня обманываешь? И что я на самом деле угадал, а ты сказал, что я не угадал? В смысле? Насколько вероятно? Ты что такие слова сейчас заговорил? Я даже не понимаю, что ты говоришь. Ну ладно, Кубик, давай попробуй угадать, что я тебе подготовил. Ой, что? Так, ну... А есть подсказки? Давай подсказки какие-нибудь сразу. Давай. Сейчас скажу. Желтое, оранжевое, радужное. Да это опять, что ли? Это опять что-то выбрать надо будет, да... Ну я не знаю, Кубик, не знаю, слушай, не знаю. Стой, погоди, у меня уже немного тут побольше вероятности есть. Так, слушай, время 2 минуты остается, я думаю. Серьезно? Нет, походу я все-таки буду делать одну постройку всего лишь, потому что я нифига не успею. Ну бывает, Кубик, ладно, давай тогда одну постройку. Но я даже не догадываюсь все еще, что это будет за постройка. Кубик, тебе придется, видимо, геймот отключить. Потому что подписчики просят, да, ребята? Че, это вообще нечестно, ты офигел? Ага, че нечестно-то? Все, Кубик, мне остался последний штришок. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Капец, вообще все ровненько, все четенько получается, Кубик. Ну чё, давай, пытайся угадать, что же у меня будет, ну? Так, ну если все такое цветное, может опять нужно будет выбрать... Давай подсказку, это не порталы. Нужно выбирать точно не порталы. А, не порталы. О, ты чё, у меня теперь столько прям вообще возможностей получилось, чтобы отгадать, я тебе так скажу. Да все, Кубик, давай угадывай нафиг. Так. Ну пусть это будет выбрать какого-нибудь персонажа, может быть, не знаю, нет? Нет. Блин, короче, я не знаю, как сработать. Короче, нифига не угадал. Подожди, а пусть зрители помогут мне и напишут под твоим видосиком. О, давай, Кубик, слушайте, ребята, пишите, что я такой... Это не работает! Капец, Кубик! Капец! У меня Майнкрафт сломался полностью! Попробуем сделать вот так вот, ребята. Я делаю это все наугад, потому что ничего не видно. Капец. Капец, копцовый, так, капец, и как... И самый такой финальный штучок, готово, Кубик, следующий. У меня последняя ловушка не получилась, мне ее, скорее всего, придется переделать, потому что у меня серьезно, тут... Серьезно, что ли? Да, у меня тут Майнкрафт... Не, я ее быстро, я, наверное, даже уложусь во время. Так, короче, отбрасываем эту идею, хотя идея, ребята, была просто, просто пушечка, понимаете? А ты мне скажешь, сколько времени осталось или нет? Думаем, нет. Почему? Я придумал, это будет топовая двойная ловушка. Такс, короче. Ну ты хитрёк, Ланус, вообще капец. Так, ладно, короче, да, я хитрец. У меня ловушка будет прям вообще очень-очень легенькая такая. Все, супер, Кубик, я доделал ловушку, и последний штришок у меня остается. Стоп. Это круто, конечно, стоп. И чё? Вот так, раз, и раз, два, три. Все, Кубик, я готов полностью, майнкрафтер-строитель готов тебя принимать. А сколько времени осталось, скажи, 15 секунд, а ты уже готов? Чего? Как так быстро? Ладно, я тогда сейчас по-любому все успею сделать. Давай, Кубик, я к тебе иду, тебя взрывать. Залетай, готов? Поскорее, лови гранату, сюда, Кубик. Давай, эй, это что такое?
Да что за великий бабах? Спокойно, спокойно, все нормально, Кубик. Ну давай что? Эту штуку, пожалуйста, уберешь. Короче, смотри, заходи в дом, сейчас ты будет вообще офигительная штука, просто ты так обрадуешься, просто капец. Подожди, я же угадал, я же говорил, что дом, Кубик. Не, ты говорил крепость. Я говорил еще дом. А давай проверим, подписчики. Я твой видос пересмотрю и все узнаю. Согласен, подписчики перемотают и напишут, что я говорил. Ребята, давайте, топите в комментариях. Мне кажется, они сами все помнят, даже перемотывать не надо. Короче, смотри, заходи, здесь тебя ждет такой небольшой сюрприз. Да? Эй, не надо делать. А что за печки, нафига мне печки здесь? Да это я просто оформлял чуть-чуть, чтобы просто домик не пустой был. Короче, здесь тебе нужно найти секретный проход. Ты даже вот по-любому не догадываешься, где он находится. А зачем печки? Скажи, что-то в них, да, надо? Нет, да нет, это просто для украшения сделал, чтобы пол красивый был. Так, секретный проход. Нашел. Да. Молодец, и что там? И ничего нет. Ах ты какой, смотри-ка, чё, слушай. Я просто одну из печек специально сделал взрывную, чтобы был бабом! Вот ты какой, я даже не догадался, лови гранату. Конечно. Кубик, пошли смотреть, что я построил для тебя. Ну что, Кубик, вот мы и прилетели, выбирай правильный лакиблок. Кажется, вот него... где-то я уже такое видел. Не знаю где. А, блин, так это лаки-блоки что ли были? У меня даже догадок никаких до этого не было, капец. Я же говорю, вот радужный, оранжевый, значит, желтый. Ну, давай, купим. А вот это какой? Это что, это ночной что ли какой-то? Это астральный или спиральный. Да, астральный. Я тебя понял. Короче, давай пойдем по нему. Мне надо по дорожке бежать, я так понял. Конечно, конечно, давай. Ай! Ой, что такое? Там что-то взорвалось, походу. Че? Нет, Кубик. Ой-ой-ой-ой-ой! Погоди, а как ты такое сделал, что там динамит? Все, давай, Кубик, проходи дальше, Кубик. Что это за ловушки за такие? Что за секреты? Никаких секретов тебе, давай, давай. Так, а здесь, походу, тоже прозрачные блоки какие-то есть? Ну, давай, давай, иди. Ай, лава, ты офигел, что ли, Владус? Геймон, правда, забыли выключить, но ничего страшного. Лавовый лаки-блок, Кубик. Ну, может быть, он удачный хотя бы будет. Я такой еще ни разу в жизни не видел так. Ты давай, иди нафиг уже. Ты меня уже достал. Ой. Не-не-не. Кубик, взрывайся! Я не буду до них долетать, лучше ну его нафиг. Ну ладно, 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 вылетай. Хорошо, увернулся от ловушки. Здесь, походу, будет что-то самое-самое грандиозное. Все, давай, здесь разгон бери, Кубик, давай. Разгон, ну давай, так. Будем тогда даже прыгать еще, так? Давай, давай. Ты что сделал? Двойные прозрачные блоки, что ли? Да, чтобы тебя максимально затроллить. У меня просто тысяча ловушек в одной. Ребята! Знаете что? У Кубика прямо сейчас вышел подобный видос на его канале. Обязательно загляните к нему и посмотрите. А еще поставьте лайк на это видео. Подпишитесь на мой канал, на канал Кубика. Это был Владус Мармеладус, Кубик Покатус.